Новые правила для автоинспекторов. Сегодня в силу вступил новый регламент ГИБДД. Так, полицейские теперь могут останавливать водителей не только на постах ДПС. Для проверки документов им больше не нужно дожидаться специальных рейдов. Ничего сейчас никому показывать не надо. Имеется полное основание для остановки в любом месте. Остановил, проверил, сказал вам спасибо, пожелал счастливого пути. И вы уверены, что проверяют транспортное средство, потому что, не дай бог, оно может тоже угнано быть. И его должен остановить сотрудник и проверить в подобной ситуации. И сотрудник будет уверен. Впрочем, уверяют в ГИБДД, для автолюбителей изменилось немногое. Разве что снимать сотрудника полиции на камеру теперь можно лишь в случае, если он не против. Из документа исчезла строчка, запрещающая полицейским препятствовать видео или аудиозаписи. Еще одно нововведение связано с медосвидетельствованием. Если водителя-медики в итоге признали трезвым, то сотрудники ДПС обязаны вернуть его к машине. Кроме того, при остановке полицейские должны быть вежливыми, проявлять уважение, а также излагать свои требования в убедительной и понятной форме.